Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Долс. И сегодня у нас с вами распаковка посылки. Сегодня она не очень большая, но очень интересная. В общем-то, уже практически можно понять, что здесь. Ага. Достаю первую коробку, и это Fashion Pack для кукол Барби. Причем двойной. Покупала, честно скажу, ради вот этой прозрачной курточки. Будем мерить вместе с вами на разных кукол, посмотрим, кому подойдет. У нас здесь, о, это покупка из интернет-магазина Jason Wu. Jason Wu Beauty. Jason Wu выпустил свою линию косметики. И так как Jason Wu для нас не самый неизвестный человек, то я, конечно же, решила что-нибудь с этого сайта заказать. И что же это такое? Так на самом деле красиво выглядит, очень красивые коробочки. И... кажется, это была матовая помада. Это праймер. Палетка теней. Хайлайтер в стике. И, кажется, все. Да. Косметику от Jason Wu обязательно покажу в отдельном видео, чтобы мы с вами посмотрели, сравнили оттенки, вообще способ нанесения макияжа с тем, как это выглядит на куклах от Jason Wu, прослеживаются ли какие-то связи между макияжем на куклах Jason Wu и тем, что он предлагает для людей. Это у нас кукла от Integrity Toys, эксклюзивно для V-Club, и это Поппи Паркер суперагент. Ну, точнее, она была телеведущим суперагентом. Анонсировали куклу довольно давно, поэтому точную историю я уже не помню, но это уже выросшая Поппи Паркер. Посмотрите, какая красивая коробка. Очень-очень красивая, стильная коробка. Мне так нравится цветовое сочетание. Давайте посмотрим, какая она внутри. Слушайте, она в дереве. Прям в дереве. Ровная, красивая. Очень-очень я рада этой кукле. Конечно же, сделаю распаковку, посмотрим на нее подробно, что здесь лежит, вообще все примерим. У нее два комплекта одежды, оба примерим, все посмотрим. И у нее такие кудряшки. Пока закроем, уже на распаковке будем открывать все заново, как в первый раз. Так, здесь кое-что не мое. Поэтому я это показывать вам не буду. Так, открываем следующую упаковку. И это очень старенькая кукла. Ну как очень старенькая, она вообще-то моя ровесница. 89-го года кукла. Fanto Dress. Я ее помню по журналам с наклейками Барби, поэтому мне очень-очень хотелось эту куклу. Хотя, в общем-то, она самая простецкая, и у нее даже наряда, в общем-то, нет, она в пижамке. В следующей упаковке еще один Fashion Pack, и это серия Wonder Woman.
с синеньким платьем. И следующая упаковка. Это тоже Fashion Tattoo Barbie. И здесь просто милейшее серебристое платье. А следующий Fashion Pack из серии Hello Kitty. Это платье с My Melody и другими персонажами из Hello Kitty. Точнее, My Melody и ее друзей. И последнее, что у меня здесь лежит, это... О, как получилось громко. Это шикарная, просто великолепная кукла 90-го года Dream Fantasy. Ой, тоже обязательно будем открывать. Она мне очень-очень нравится, особенно своей цветовой гаммой. Я обожаю этот цвет. Очень красивая кукла. Надеюсь, вам было интересно вместе со мной открыть эту посылку. Итак, наш лов 3 куклы. 2 Барби и 1 Integrity Toys. Косметика от Jason Wu и 4 Fashion Pack'а. Расскажите в комментариях, что хотели бы, чтобы я открыла в первую очередь.